Тобольске состоялся 15-й межрегиональный фестиваль православия и СМИ. Форум ежегодно проводится по инициативе Тобольско-Тюменской епархии при поддержке правительства и Департамента по информационной политике Тюменской области. Фестиваль начался богослужением в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. После службы для журналистов была проведена экскурсия по древлехранилищу Тобольской Тюменской епархии. На открытии фестиваля, который проходил в архиерейском доме, журналистов приветствовал митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий, который отметил наиболее важные темы, поднимаемые в этом году. В эти дни особо посвятим вопросам укрепления в народе семейных ценностей. И это важно. Это ячейка государства, а с церковной точки зрения семья – это малая церковь, из которой складывается церковь большая, то есть наше отечество, наше государство. И от того, насколько мирно, насколько гармонично выстроена жизнь в этой ячейке, в этой малой церкви, зависит, насколько гармонично будет жизнь у нас и в обществе. Во дворце наместника прошел круглый стол «Опыт и перспективы реализации региональной, семейно-ориентированной информационной политики». Следующим пунктом программы стало открытие на одном из зданий Абалакского монастыря памятной доски в рамках Всероссийской журналистской экспедиции «Согретой Сибирью». Надпись на доске повествует о драматическом и в то же время подвижническом периоде в истории нашей страны, когда в 1941 году в Тобольск и Тобольский район из Москвы, блокадного Ленинграда и других городов прифронтовой части СССР было эвакуировано около 800 детей. В завершении фестиваля состоялась церемония награждения победителей творческого конкурса, проводимого в рамках фестиваля «Православие и средства массовой информации».